Сашенька, но, знаешь, не только мужскую. Я хотел тебя спросить. А вот есть сейчас такое очень модное увлечение в Европе под названием хобби-хорсинг. Ты знаешь, что это такое? Хобби-хорсинг. Пока не сталкивалась, рассказывай. А, не сталкивался? А я уже сталкивался. Это знаешь, когда на игрушечных лошадках люди вот так вот скачут и представляют, как будто они скачут на настоящей лошади, и представляют, и у них даже проходят соревнования абсолютно серьезные. Эти соревнования уже внедрены в финских школах. В общем, страсть такая, боюсь, придет скоро и, сна, и к нам. Ты будешь заниматься со мной хобби-хорсингом, а? Конечно, приедем сюда на Сычевские карьеры и вдвоем на этих игрушечных лошадках, как начнем соревноваться. Отлично. Друзья мои, ну что? Писали нам слова, Ну, как вы, наверное, уже догадались, а если не догадались, то я вам сейчас об этом расскажу. Ну, конечно, сегодня наше рандомное, необычное слово, это было слово хобби-хорсинг. То есть, вот хобби-хорсинг, увлечение лошадью, увлечение лошадьми, но не такое, какое вы знаете в привычном смысле, а вот такое вот необычное увлечение, которое зародилось, ну, насколько нам известно, в Финляндии. И это слово «хобби-хорсинг» нам прислал Михаил Земсков. Михаил, вам большой привет в прямом эфире телеканала 360. Как мы и обещали, играйте дальше, играйте с нами и, конечно же, выигрывайте.